президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Дорогие друзья, я от души всех приветствую. Приветствую и поздравляю вас с праздником, с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Вот ровно 10 лет назад на Красной площади здесь, передвигаясь вот на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым – это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. Но что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога к Крымскому, для Крымского моста. Вот мы вместо Крымского моста. Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле, делает нас реально сильнее. И все это происходит благодаря вам. Гражданам России!